Я тебя раньше смотрел, блядь. Но, блядь, увидев тебя поближе, да, это пиздец. Так, я хз, у меня что-нибудь сегодня получится или нет? Я вообще очень-очень хочу просто поиграть за оружейника. Давай, хорошего тебе. Ну, ты что хочешь? Нет, ты чё? Да. Не, я его не смогу, там очень это... Охранено тогда. Что вообще бы ко мне пристал? Я хочу вообще домой пойти. Давай. Ты от такой цены отказываешься тогда вот это. Нет, так нет, нет, смотри, так мне пофиг, какая цена. Мне этот человек-то не то. И мне, ну ты, конечно, бешеный. К стене оба. Чё? К стене оба. Раз. А, да. Чего? Ну, стою и за чего? Мы договаривались только что о заказном убийстве. Я ничего не я ему говорил, что он вообще от меня хочет. Чё, да, он ко действительно. Мне я стоял почти с самого начала и наблюдал за этим. Куда ты идешь? Я тебя сейчас пристрелюсь, ты не пойдешь сейчас. Должно... К стене. К стене оба. Да. К стене. Да, лицензия на убийство. Ты сейчас совсем дебил, блядь. Кому ты лечишь? Какая лицензия? Подожди, послушай меня, пожалуйста, ладно? Он мне там что-то там пытался там говорить тогда, я ему сказал, что я ничего не буду делать, я все там охренел, и сегодня даже не буду. Если ты тут стоял, как ты сейчас так говоришь, да, то ты да, должна, да. Услышишь, лицом сейчас к стене, ты можешь продолжать говорить, но если дернешься, куда-то рванешь, я тебя пристрелю. Лицом к стене, я тебя развяжу и обыщу. Наоборот, ему говоришь, что я ничего не хочу делать. Мне никакого дела не хочу иметь с ним. Свободен. Привет, друг Олег. Здорово, друг Олег. Оскорбление госсотрудника. Пошел нахуй сам. Иди нахуй. 5 секунд назад ЖБ подал, блядь, пиздец. Ты что, дурак нахуй совсем? Спустился. Ну ладно. Ебанат. Тебя, ФРРП. В следующих фрагментах я решил проследить за игроком, который только-только зашел на этот проект. До спектейта я решил простить ему нарушение правил голосового чата, когда он кого-то оскорблял. Но я и подумал, что ничего такого не будет, если я прощу ему нарушение голосового чата с учетом, что он играет всего лишь на серваке 8 часов. Да и тем более интересна будет его реакция на то, что произошло. Он ушел с жалобы, понимая то, что ему простили его нарушение, и он знал, что он нарушил конкретно какой пункт. Что он будет делать дальше? Алло, здравствуйте, вы продаете оружие? Так, оружие. А можете назвать просто положение, подойдем? Что? Ангар рядом с цементом. А, внизу который? Угу. А я тут вот где? Маленький микробандит. Добрый день. А почему у вас дигл? Диглось? Вам коробка или штука? А, ну, вообще по цене сориентируй. По цене, ну, в смысле? Смотрите, одной штукой будет 8000, а если коробкой, то 33. Еще тут дорого, можно за 25 коробку? Коробку нет. Вы можете потом отдельно докупить патроны. Ну ладно, давайте за 30 тысяч. А он сильный, убойный, сильный. Стоп, вы продик?
все, приду. Сейчас. То есть вам Дигл нужен? Он сильный, не знаете? Да-да-да. А сильный, не знаете? Не знаю. Могу я на вас проверить, я вам заплачу? Нет. Лицом к стене. Блядь. 5 камней передавай. И за что? Это ограбление, 5 камней передавай. То, как думают микробандиты, как они рассуждают, это отдельный вид искусства. Просто не понимаете, сейчас объясню. Значит, один на балду решил себе приобрести ствол. Купил его и подумал, и какого хуя я не могу получить за это кэшбэк, блять, причем не самым законным образом. И решил тут же его ограбить. Второй тоже тот еще кадр. Решив, что нужно послать нахуй бандита с его кэшбэком, он подумал, что лучшим вариантом для этого будет просто поменять профессию через F4 и оказаться на спавне. У вас на экранах, в общем, два брата по разуму. Закономерный итог таков, то что бандит подловил его на ошибке и показал свои возможности. Окей, на НРП фрикил. Купил у него оружие, начал его грабить, убил его. А за что? Нет? Не, подожди. Ну, садитесь, я вам погадаю. Авик у него. Откуда у него, блядь, авик вообще взялся? Он только зашел играть. В общем, тебя на НРП фрикил. Фрикил. А где у меня на НРП фрикил? Ну ты этого, оружейника убил. Оружейника убил? Ну ты же... А, потому что он бандитом стал. Я его граблю, он берет и становится бандитом. Так что на НРП в чем заключается? Я его после этого убиваю, потому что он даже не пытался как-то мне передать деньги. Читать для начала. Да и тем более, ты у него только что покупал оружие. Ты что, кэшбэк решил получить? Да оно так не работает. Поэтому убийство его не требовало никакой необходимости. Да и по этому ты бегал по общаге непонятно зачем, спамил там выстрелами постоянно. Теперь почему? Понимаю, почему у вас почти весь сервак в админе. Ну и кто там наиграл, у кого друг админ. Да потому что вы, ну... челам, которые только зашли и спокойно пытаются поиграть, ну и просто их, ну, блядь, душите. Я тебя тэпнул в первый раз. Из-за чего? Из-за оскорбления родителей. Хотя ты только-только, говоришь, зашел на сервак. Откуда столько злости? Вот мне интересно стало. Пошел, купил оружие. Этого же оружейника ты тут же, через секунду, начал грабить. А это так не делается по правилам. Если ты на разных серваках гонял, ты должен был это знать. Поэтому на разных серваках все по-разному. Ну, действительно, на любой зайди, пойди купи оружие и тут же начни грабить. Посмотрим, что тебе скажут. Поэтому никто тебя не душит. Ты в этом моменте сам проебался, причем очень глупо. Что, в принципе, стоило и ожидать от человека вот с 8 часами. Кто тебя душит, сука? Ты сам пошел нарушать так правило. Совсем дурачок. Нашли, блядь, слово для повседневного использования, пиздец. А он что, убегает, не слушает? Сука, я косой, блядь. Слушай, я сейчас ствол достану, я буду стрелять. Блядь. причина на улице оружие достаешь, огнестрельное. Какое оружие? Шизофреник, что ли? К стене раз, к стене два. Давай, если твой вот друг проверять меня на оружие, там нету оружия, то... Ты мне плачешь 10. Какое оружие он достал? Подожди, перед проверкой. Какое оружие он достал? UMP. Оружие. UMP. Окей, дернешься куда-то, я тебя расстреляю. Я долго сюсюкаться с тайзером не буду, понял меня? Отошел. Отойдите от просто. К стене повернулся. Ну да, UMP есть. А лицензия на него? Какой UMP? Привет. UMP, который он тебя видел, я нашел. Что случилось? Где? Где ты его видел? Блин, когда тебя обыскал, что за бред? Ч
Пустил. Точно ведь UMP? Я его увидел. Да, UMP. Сейчас, секунду. UMP там, там есть, да. Но что он из воздуха не может придумать там оружие. Там нету UMP. Ну, серьезно. Схуяли, он его не видел. Так, не в общем. Отмазывайся. А, есть у тебя лицензия на ношение оружия? Где это было вообще? Подскажите. Это было около, получается... Блядь. Вот этого магазинчика на углу. Нахуй пошел. Возле магазинчика в общественном месте оружие доставать. Странновато, знаете. Лицензия есть у вас, я еще раз спрашиваю? Лицензия, какая есть? Лицензия? На ношение оружия. Есть на холодильник лицензия. Я понял, вы отказываетесь сотрудничать со следствием. Давай, всего на, доброго. Давай, не лежал. Нихуя ты, блядь, разъебал его. Это пиздец, брат. Чё? Ты мощный, нахуй, мое уважение. Мне, у меня есть для тебя подарочек. Пойдем со мной. Пойдем. Брось под тобой. Нихуя себе. Нормально. Очень редкая, можешь попробовать. Очень редкая штука. А ну, сейчас. А ну давай с тобой напалимся вдвоем. Давай как Воха и Леха. Пошли, как Воха и Леха. Давай наебашимся. Ты, Валера, скину попить. Парим по полной, будем палить. Эй, ты куда? А у него, кстати, ТМПшка. К стене нахуй встал, слышишь? Что? Кто, блядь? Отпусти, 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 пускай, отпусти, отпусти, пускай. Слышь, давай, хочешь с нами напалиться? Давай, пошли с нами, напалимся. Напалимся, бонг есть у тебя, да? Да пошли, пошли, блядь. Ой, бабло, ой-ой-ой. Да, ага, блядь. Есть хочется теперь, пиздец, есть хочется, ужасно. Построение всего голосов для рейда ЧВК Редан. Я вообще не понимаю, зачем собирать весь отряд голосов для рейда ЧВК Редан, если хватит только вот этой одной профессии. Охотник на собак соло, я считаю. Вот, ладно, хорошо, ребят, некоторые меня, наверное, не простят. Но вот вы скажете... Ты постоянно как-то нелестно отзываешься о микробандитах. А ты хотя бы раз попробуй сам за них отыграть, ребята. Ладно, я, конечно, отыгрывал, но нет, я просто играл за бандитов. Года с 16-го, там, по 20-й, возможно, по 19-й. Я всю эту движуху на нелегале я уже исследовал вдоль и поперек. И только недавно мне очень понравилось играть за госпрофессии. И тем более это в роликах ребята поощряют. Вот, своими отзывами, конечно. Но побегать за нелегала спустя несколько лет, например, грубо говоря. Потому что, ладно, вы там в роликах увидели, я пару раз взял какую-то нелегал профессию, но в обычное время я почти на ней не бегаю. Я беру их тупо из-за роликов. Надо найти кого-то ограбить, правильно ведь? Иначе какой я бандит? Ребят, го, что там в банк зовут? В банк зовут, что там? Чё, го-го, пошёл нахер отсюда. Чё, дурак совсем? Девочка, мы не трожь. Остановился, к стене встал. Чё, ты дал? Ладно, ладно. Убивай его. Дёрнешься, я тебя убью. Феррерп. Ну, почему это? Он начал тебя убивать, ты отвернулся, я к тебе начал уже лезть. Я не отвернулся. Ну не отвернулся, ладно. Феррерп. Я начал уже отбегать, он начал стрелять. Феррерп. Какой феррерп? Феррерп. Готово. Пацаны, давайте-ка вы оба подниметесь и лицом к стене встанете, и не будете меня нервировать. Поднимись туда в комнату. Я не слышал, что ты сказал. Поднимись в комнату, лицом к стене встань. Ладно, вот. В комнату поднимись, лицом к стене встань. Десятку давай. Наверх? Ага. Куда? Десятку давай. Стой. 10к. Просто я тебе повернусь и передам. Скидывай 10к. Тут не двигайся.
Я дал тебе 100 000. Окей. Тебя все устраивает? Да, 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 да. Все устраивает, только сейчас. Ты че, дебил? Охренел, охренел. Где друг его, ебаный? За что ты их убил? Они же тебе отдали деньги, а тем более ассасина за что ты убил? Он ведь не был причастен к ограблению. В смысле не был? Был. Я с самого начала сказал, чтобы они оба зашли наверх. Но почему-то меня послушался только один бандит. И то, он потом решил меня закрыть в комнате и позвать туда либо своих друзей, либо полицию. Ну, я предупреждал. Мину кто-то поставил. Пойдем, слышишь? Эй, в кепке, мужик, пойдем. Короче, будем здесь сидеть. Мне нужно будет еще 2 человек набрать. Зашел сюда, встал лицом к стене. Помогите, помогите мне! Короче, я тебе угрожал оружием, ты убежал куда-то, спрятался, потом на крышу полез, на этой вышке. Увы, ФРРП нарушено. Но нет, не прикил, ты не выполнил мои требования. Вася, я тебя сейчас заберу на жалобу. Вася Головкин. Я тебя заберу на жалобу. По фасту я кого-то сейчас просто. Здорово. Я тебе выдаю 30 минут за эфир РП. Но я тебе угрожал оружием, ты взял, убежал, просто молча. Кричал. Я сказал, помогите. Кричал. А, ну действительно, это же все меняет. Точно. Ладно, получай 30 минут. А, у вас уже тут жалоба. Не, ну эмочка, кстати, говоря, ну такая прям сносная. Немного поиграв за бандита, я решил вам это показать, потому что большинство моих роликов выходит на госпрофессиях или же нейтралах типа оружейника в серии «Умного дома». Ни одно из ограблений не прошло у меня без какого-либо нарушения правил. Даже то, казалось бы, самое прибыльное для меня ограбление прошло с нарушениями. И вот он я, бедолага-мученик, который разочаровался уже полностью в игроках Dark RP в этот момент, потому что один не может вообще 2 слов связать хотя бы, чтобы просто объяснить, чем он руководствуется, когда нарушает то или иное правило. Другие же, в принципе, имея суммарный онлайн в 200 часов и более на одном серваке, не могут выучить хотя бы 70 или 50% свода правил. После этого факта у меня к их развитию все больше и больше вопросов. Ладно, школота не может ничего тебе нормально объяснить, где-то окей, с этим я смирился, но в РП режимы в разных играх гоняют ведь не только дети, правильно? Ладно, давайте отбросим в сторону возрастную статистику РП режимов в целом. У вас сейчас на экранах будет происходить то, что я ненавижу в Dark RP больше всего, когда какие-то донатные обезьяны начинают засаживать одного челика. Без долгих предисловий, это очень паршивое занятие, и последние 2 месяца я все чаще и чаще сталкиваюсь именно с этим явлением. Пиздец просто. До чего озлобленные дети на челиков, у которых нету доната на каком-то серваке? Причем делают это они не на самом подходящем для буллинга серваке, на гамбите. Чтобы вы понимали, сейчас объясню. На гамбите 2 способа получить донат. Первое, купить, конечно же. Второе, выпросить у кого-то побогаче просто поинты в донат-шопе и накопить таким образом на желаемый тебе товар. А че вы думали, у меня просто так в роликах прошлых на гамбите мелькают челики, которые прямо попрошайничают тебе, названивают «продай, пожалуйста, поинты». Будешь стрелять в нас, я... Котик. Закрой пальчик. Блин, как мне обидно. Мне так обидно, ты меня так оскорбил. Буду плакать, Сережка. Мне хочется подушку взять. Меня унизили. Тоже строй какой-то дом говна. Да, вы все правильно поняли, сейчас 3 обезьяны, которые давно играют на этом серваке, будут доебывать одного челика, чтобы спровоцировать его на нарушение. Мне даже интересно, сколько у него бабушка брат, сколько у тебя денег? Да у него 400 с чем-то тысяч, как он говорит. Ай, он не бомж! Да он обманывает еще плюсом. Он обманщик. Мешайте ему строить, короче, поняли? Мешайте ему строить, мешайте строить, стоите в стенке, короче, она будет прозрачна у него. Это ну, шо? А как ты узнал, сколько у него? А боже, как обидно. А кто такой админ? Ты больной? Ты больной? Кто такой админ? Он физик, пацаны, он физик. Я по-эльфийски разговариваю, не слышишь? Что такое эльфийский язык? Я не понимаю, что такое эльфийский язык.
Что такое эльфийский язык? Что такое? Вызовем наш язык. Это какой-то язык для китайцев? Я понимаю. Но я не умею на китайском разговаривать. А что он сделал? Шизик. Боже, ты что, терпила? Бля, да дайте челу застроиться. Что он сделал? Бомж терпила. Давайте его ударим. Фу, терпила. Да, давайте его все по два раза ударим, он умрет. Да. Иди его. Боже, как он пропуск? Он решил пострелять походу в кого-то. Так, а вы чем лучше его пиздить начали просто так? Так вы чё, чем-то лучше? Вы челика заебали, чтобы он улетел в бан? Продолжил бы 4, как продал бы. Я вас обоих забираю на админ зону. И тебя, и тебя. Нет, пошел. Забирай. Запомните этот момент, пожалуйста. Они прекрасно услышали, что я им сказал. Но почему-то одному из них через 20 минут стало непонятно, почему я его начал тэпать. Семья. Ты че? А если у меня РП процесс был? А это куда делся? А он какой-то странноватый. Зачем ты убегаешь? Ты что делаешь? А, не убегай хотя бы ты. Ладно. Ты бы что ли админ мод хотя бы включил? Вы чё, у меня РП процесс? Ты меня тэпаешь, у меня РП. Там Кузя был как бы. Я с Кузей там РП вёл. Еще раз побежишь, я тебе выдам, получается, помеху разборки. А, Блэкфокс, здорово. Блять, попал на разбой, как будто создателем, пиздец, приехали. А чё, вы зачем бить его начали? Я хочу уволить тебя. Причина. Ты он это, меня кинул. Мы нанесли ему меньше 20 урона и имели полное право. Он кидался нас говном. Он меня кинул говном. Я так стал его провоцировали. Защищаться, потому что... Шизик, сколько тебе? Я его никак не провоцировал. Я его говорил, как он есть. 532. Ой, ебать, ты богатый, конечно. Можно тебя... Шизик, хочешь, вот этот чел меня брал в депо, когда у меня был РП. Уйди, пожалуйста, с разбора. Ему ничего не будет. Ему ничего не будет. А потому что это медиапакняга. Огромное спасибо как донатным, так и наборным администраторам на Гамбит РП. Не всем, конечно, но нескольким людям точно. За то, что исправно стараетесь мне помешать в съемке ролика. Теперь помимо дебилов в РП-профессиях, у меня также будут появляться дурачки в профессии администратора. Спасибо огромное, ваш вклад в это не оцените. Пиздец, мне похуй. Медиапакняга. Ему ничего за это не будет. Какой медиапартнер? Я обычный создатель донат. Да. А чё он просто обычный донат создатель? Обычный донат. Ты, по-моему, перепутал, другалёк. В общем... Нет. Сейчас я логи почекаю. Ну что, нет. Сейчас прыгай. Уйди отсюда, пожалуйста, и не мешай. Не мешай, да? Не мешай, да. Не мешай, да. Чё, единственное, до чего можно докопаться, да? До войсмода. Охуеть. Фу таким быть восьмодом пользоваться, я считаю. Вот именно, фу таким быть, как ты. Восьмод говно. Да, восьмод говно. Получается, ты говно? Я картавлю, а по-твоему все картавые говно? Серьезно? Он такого не говорил, ты че? Да ладно. Ну че ты мне начинаешь рассказывать? Он такого не говорил. Господи, да, бля, вы такие жалкие пиздец, я ребят. Я со войсмодом... Ты в курсе, что запрещено разбирать жалобы с войсмодом, вроде как? Ничего сразу, вроде как. А это не вроде как. От Санта-Клауса прилетело 4 раза под 12, по 11 дамагу по шоуве. Это бомж. А, нет, даже больше, 5 раз дамагов было. А потом он достал. А потом оружие. От Pedofinder. Ну так вы его сами спровоцировали. И от Педофайндера в общей сложности 23 дамага прилетело. У каждого из вас по фри дамагу. Потом вы его провоцировали, конфликт, чисто для того, чтобы его как-то спровоцировать на нарушение. У вас будет еще и на ну, потому что полтора часа бана каждому. Подходил к нам. А мне за что полтора бана? Он к вам не подходил. Он к вам не подходил, вы ему сами мешали строиться. Он перед этим подходил, деньги попрошайничал. Мы ему адекватно сказали, мы не дадим тебе деньги, иди отсюда, бомж, иди работай. Он подошел еще раз и все. Ну и потом мы его начали троллить. Ну так вы ему сами мешали строиться, вы заходили в постройку, так, не нет, давали подожди. Зафризить. Он первый к нам пришел, мы ему адекватно сказали.
Смотри, я стоял, он сказал, сейчас заберу. Можете, пожалуйста, лишние люди уйти, пожалуйста, вот. С жалобы. Ты можешь как-то не отвлекаться? Смотри, Гуся, хорошо, значит, за помеху жалобе ты получаешь еще больше. Бан. Нет, доволен? Принял, значит, не можно. Но клип, что-то там пробубнел. Пробубнел. Меня тэпает, я говорю, что ты меня тэпает. Бегу с катаной, типа, выпрыгиваю. Он меня опять тэпает, и так, раза четыре. Потом я ставлю человека лицом к стене, и он меня тэпает. А ты не слышал, то есть, то, что я тебе говорил возле спавна, что я тебя... Ну, ты что-то пробубнел. Ой, пробубнел. Нет, ты отчетливо мне дал понять, что тебе все равно на вот этот факт, что я тебя заберу. Бля, да у вас у обоих противно голос и без войсмода, я ж ничего об этом не говорю. Ты два или три раза при нем убегал с админзоны вот этой вот, с жалобы, о чем речь. И сейчас ты еще обманываешь человека, что вот, ты якобы не понял, что я тебе сказал. Короче, в любом случае, бомж нам мешал спокойно тусоваться. Мы его потроллили, он достал оружие, угрожал нам оружием. Да, но почему-то ты понял, что я тебе сказал. Ну, я не понял, я но просто... Но я заметил, что ты не понял, я достаточно много чего понимаешь. Я ничего не понял. Так, вот, в общем, фридамаг, потом у тебя... Уход вмешательства в работу. Почему ты сейчас это сказал? Ну, так вот, объясни мне, пожалуйста, в чем заключается мое нарушение правил НРП и free damage, когда меня бомж оскорбил. Вы в постройку берете, намеренно лезете, чтобы он не смог застроиться, и вы этим самым ему мешаете. Зачем ты меня перебиваешь? Помеха строительства, это правило мечбилдинга. Так ты мне вопрос задал, я тебе отвечаю на него. Я еще не успел договорить, что я говорю, ты уже меня перебиваешь. О, господи, какой же я негодяй, да? Действительно негодяй. Да. Ужас. Ума не приложить, как я только админом стал. Ну, донат создателя можно купить. Да. А медиапартнер это кто вообще? Это тот, кто, типа, повыше всех? Кто, типа, ютубер-контракт или важный человек-контракт? В общем, не важно, какой там медиа, не медиа, у тебя бан выходит. Короче, я не признаю нарушение правил. Если они мешали строить, это нарушение правила межбилдинг. Там прописано отдельным подпунктом, что если игрок целенаправленно запрыгивает, мешает ставить пропы, это нарушение. Другой вопрос по поводу фридамага. Если их оскорбляли, почему нельзя начать РП-драку? Тем более с бездомным. Которые себя... А кто их оскорблял? Я могу сейчас демку закинуть и глянуть, что точно происходило. Просто от него предложение было. Я не буду никому показывать демку, я разбираю эту ситуацию прежде всего. Чел сюда позвал других людей еще каких-то. От тебя пошла провокация, типа, ребят, давайте побьем его каждый по два раза, и он умрет. Да. А, ну вот, видишь. РП-драка, охуеть, да? Ну да, в этом он РП. Это да, нелогично. Угу. То, что он такое говорит прямо при человеке в общественном месте. Какой же админ негодяй, да, все-таки нашел нарушение у тебя. Пиздец. Вот это да. Значит, тогда минг-билдинг у вас. Ты ведешь себя, как будто тебя в жизни унижают постоянно 10 человек. Так вы себя так сейчас ведете всю жалобу. Мне какие-то правила одного микрофона ты вводишь, хотя ты вообще нихуя не администратор. Вы, блядь, ноете из-за того, что вас притянули за нарушения ваши и идете зовете других админов. О боже, какой админ негодяй, пиздец, обижает нас. Раз я вас обижаю, тогда получается вы обиженные. Охуеть, логика. Просил объяснить, в чем заключается мое нарушение. Но так я попытался сначала объяснить. Вот это животное убегает раза два-три подряд, и начать жалобу из-за этого. Почему ты оскорбляешь человека на разборках? А он не человек, я его не считаю человеком. Я его не считаю человеком. А это уже второе твое оскорбление человека, будучи администратором. Да, меня это очень сильно заботит, кем меня считает Санта-Клаус, пиздец. Прости меня, Санта-Клаус, пожалуйста. Ужас. А чё ты за него? Я нормативно для всех будучи администратором. У тебя все хорошо, ты... А о чем ты хочешь со мной поговорить без войсмода? Лицо сервера. Не перебивай, я первый начал говорить. О чем ты хочешь со мной поговорить без войсмода, мерзость? Я мерзость, ты себя видел? Ты мерзкий дурачок. Ты мерзкий дурачок. Ты пустой. Ты конвейерный дебил. Я вам сейчас всем пошатаю. Почему у него еще есть статус администратора, Кузя? Мы уже нашли часов ебану. Что за такое отношение интересное? Вполне справедливое отношение. Вы чела задрочили бедного, блядь? Да вы его хуесосили чисто по факту того, что у него там игровой валюты нихуя почти нету. Вот это и прикольно.
рюкзак-состав. Какой-то данный создатель, медиа-партнер, фиг его знает. Ноунейм еще скажи, да, ноунейм. Забыл добавить. Ну, ноунейм. О, да, блядь. Ну, я говорю со знаменитостью Санта-Клаусом. Охуеть. Можно автограф, пожалуйста? Распишешься? Чтобы называть кого-то ноунеймом, не обязательно быть бигнеймом. И Санта-Клаус как раз-таки является довольно известным человеком. Ого, блядь, известным. В узких кругах, которые заявляют, что его круг не настолько узкий, охуеть известность. Знаешь ли, в комьюнити сервера это человек довольно известный. Ты же вообще полный ноунейм. Комьюнити сервера, это ноунейм. Бля, я поржал, но что-то тут смеяться не на чем. Ты ноунейм. Не, мы будем смеяться, когда ты помрешь. Я еще не скоро помру, у меня вся жизнь впереди. Вся жизнь? Да. Ну, смотри, раз ты с фольксмодом говоришь, то ты стыдишься своего голоса. А человек, так, что еще раз скажешь? Своего голоса и сидит... Ебать, не можешь бинго сделать? Фраз, которую я слышал 1000 раз о том, что я там голоса стесняюсь. Что там новое? Можно там, не знаю, придумать касаемо войс-мода. Ну да, новое, потому что вот это я уже слышал заготовленно. Пожалуйста, мы вернемся к теме разбора. Оскорбить ты меня не можешь оскорбить. Ты можешь просто что-то высрать, но это меня не оскорбит. Я могу тебя назвать вот этой маленькой девочкой, которая на диване сидит и 5 потных мужиков рядом стоит. Да, только это смысла не имеет никакой панч, он ничем не обоснован вообще. Ты же мерзость, блядь, донатная, ебучая, которая жизни за Гаррис Модом, за пределами Dark RP сервака, никакой, блядь, не... Ты кроме вот этих... А, ты кроме вот этих вот, я знаю достаточно. Че ты повторяешь? Блин, Кузя. Все я? Повторять, что человек явно неуважительно себя ведет, будучи администратором, разбирающий раунд. Я не наборный администратор, чтобы быть лицом сервера. Нет, смотри, на разборке ты лицо сервера. Почему он до сих пор не является администратором? Потому что даже если я его сейчас сниму, ему Артур все равно выдаст. Мне в любом случае нужно сначала Артур написать. Да, ты прикинь, я супер донат. Представляете, какой я хуёвый, ребят. Посмел, оказывается, высказать то, что я думаю о челиках, которые загнобили одного бедного игрока просто так. Зачем нужны такие медиа лица, которые... Человек я просто... таких... Я не знаю, я об этом уже говорил Артуру. Какие лица? Это его политика. Какие лица? Давай расскажи, что тебе не устраивает? Что ты напишешь? Ты пойдешь как девочка, как ты говорил, плакаться о том, что, извините, меня забанили. Меня забанил ебаный ютубер. Да? Ужас. Просто так забанил ебучий ютубер, сука. Перестаньте брать у него рекламу, пожалуйста. Блять, жалкий пиздец. Объясни мне, пожалуйста, зачем ты продолжаешь эту ситуацию? Что продолжаешь? Я хочу поглумиться чуть-чуть над долбоебами, которые обиделись, что нашли у них нарушения. Ты вот в Гаррис Моде вот в этом можешь только сейчас и говорить, и за админка, вот, кто больше задонатит, вот, например, вот те платят, Что? Кто больше... Ну, ты понимаешь, что ты говоришь вообще, нет? Я уже наслушался этого бреда. Давайте закончим этот вопрос. Давай, выдавай им наказание. Non-repaying building, а также free дамаг. А он меня кинул говном, я решил защититься. Это вандализм. Испачкал у меня одежду, я ему... Так, один еблан отлетел, второй давай. Да я тебе сейчас лицо поправлю. О, господи, да. Поправишь? Ну ты только вселенной Гаррис Мода такой силен. О, а ты что, мне стрелу забить хочешь, да? Ты со мной хочешь подраться, да? Вот до кровавых соплей. Ну, те 100% старше. По факту. Если мы пошли бы в борьбу, если ты не умеешь бороться, я бы тебя вывез. Ты бы, блядь, не подошел, перцовка делает пшик-шик, а я потом бы тебя запинал бы нахуй. Прикол, знаешь, такой, да? Запинал бы. Я чё, блядь, рыцарь тебе по-честному драться? А я человек. Перцовка делает пшик-пшик, а потом ногами тебя, блядь, пинают. Ты чё, рыцарь, блядский, по-честному драться там по каким-то правилам? Какой смешной. Да смешной пиздец. Посмотрим, когда ты с кем-то на улице будешь хлестаться. Охуеть, какие там правила будут работать. Ебаный гений в маня-мирке живет, думая то, что все должно быть по каким-то правилам. Не, ну смотри, сам себе выдумал какую-то хуйню в голове и несешь мне еще эту. Раз говорят, что ты меня менеджер. Если уж на то речь пошла, ты бы и половину той хуйни, что ты ранее высказал, ты бы не сказал бы в лицо вообще никому, ни мне тем более. Ты же инфантильный кусок хуйни, о чем речь. Даже если я промахнулся, тогда ты просто, блядь, мешок с дерьмом никчемный.
Что ты там, кого ты, блядь, заборишь? Ты ляжешь или что, на меня сядешь? Нет, не сяду. Да, нет, не сядешь. Ты садиться будешь до следующего Нового года, блядь. Трубочки, как любишь это делать. Это 100% вот этот Артур, который именно снимает видео, скрипка. Да, 100%. Хотя если старт получше себя ведет. Никого не обсирает. Вот ты, вот, Саран Сити. Короче, клоун. Клоун, да. Ну, по ты факту. Только из-за доната выводишь. Из-за доната? Тут надо веселиться, ты понимаешь? Я тут. Бля, иди в цирк веселись. Зеркало только... себя поставь напротив себя, да? И веселись. Ну, не-не-не. Боевой раскрас клоуна нанеси и веселись, сколько тебе влезет. Не-не-не. Чё, ебало-то втопил? Всё? Не выписывать тебе наказание? Я бы доебался просто до НРП, но скажете просто, доебываешься из пальца. Хотя оно обосновано. Чё пытаться? Ты на стройку придёшь, будешь нет. Скакать там на стройобъекте каком-то? На какой на стройке? Ну, чел ты строится это, объективно. Тут, он строит можешь? Объективно что-то. Ты придёшь на стройку какую-то, будешь там скакать, блядь, по объекту? Пошли в другой игре поговорим. Ну, любую выбирай. С войсом, которая? А в чем смысл? Можно, блядь, в Дискорд пойти, этот не играет. Там тоже войс чат есть. Ты только умеешь... Что умеешь? Нет, же, 3D-ш, нет. Что умеешь? Джимми, что 3D-ш, я умею? Нет. Я умею подмечать то, что ты 607 часов кусок хуйни, который правила до сих пор не выучил, играя здесь. Именитый игрок, блядь. Я выучил правила. Ну я вижу, как ты выучил. Даже. Был, блядь. Это вообще аргумент не в твою пользу, то, что ты был на наборке, а не до сих пор находишься на ней. Хуйню, не, то, что тебя ушел. Сняли или же выпнули с наборки, компенсируешь тем, что ты донат создателя не, взял. Я ушел. Ушел? Вот, блядь, незадача. Какая ж потеря для да. проекта, для наборного состава, что ты ушел, охуеть. Слез не счесть, пиздец. А я сейчас что, тебя опустил? Ой, извини тогда меня. Блядь, опустил, да. Ну реально, ты прикинь, я бы матом, блядь, опустить, ебан ты тупорылый, нахуй. Одним матом, нахуй, меня, блядь, опустить, ебан, ебан. Да, ой, блядь, даже уже ничего не можешь сказать, ты, сука, ебаный рот, нахуй. Давайте, ребята, убейте нахуй друг друга. Смотрите, как, блядь, весь сервак нахуй попускает, блядь, дура ты, ебаный. Кого, блядь, кого я понимаю? Поплачь, нахуй, иди мамке в сиську попроси, блядь. Вот тут разборки веселее на самом деле. А, вот крипарь, вот он стоит. Самое честное, что я здесь. А, ой. Давай нажало. А крипарь, серьезно? На заложники сразу говорю, не стоит стрелять, иначе пизды получат. Представьте, что это. Блять, и вот это. Пизда. Сколько вы будете платить за выкуп? Ну-ка, давайте цену свою назовите. За выкуп? Да. Чел, ну давай, если убьем, то давай. А теперь он идет нарушать правила НЛРа, рассказывая своему убийце, насколько же тот все-таки был тупым. Бля, ебать он долбоёб, он просто взял меня и расстрелял. Бля, чел, ебать ты долбоёб, просто взять меня и расстрелять. Да, блядь. Да, хорошо, ты спас заложников, однако, чел. Прям очень. Где у меня НЛР? Ну-ка, давай. Покажи мне НЛР. Ты когда заложников забрал, тебя убили, ты прибежал к самоубийце, сказал насчет того, что он тебя убил, это ну, было да, очень тупо. Чё? Запрещено вспоминать, кто твой убийца, обстоятельства ну, места смерти. Да мне по. 30 минут. А, тебя же донат создатели сняли, да? Бать ты ЧСВшный, конечно. Я в ахе. Таких ютуберов еще надо поискать. Какой же я негодяй ужас, да? Конечно. Я тебя раньше смотрел, блядь. Ну, оно и видно. Ну, блядь, увидев тебя поближе, да, это пиздец. Поближе, прям в лицо меня увидел. Конечно, поближе, блядь. Я тебя слышал, как ты общался, блядь, с админ. Здесь еще был один, блядь, этот, ютубер Дрында или как его, блядь. Что ты, нормальную самооценку за ЧСВ принимаешь, пиздец, жаль. Ну, если ты считаешь свою ЧСВшную самооценку за нормальную, то пожалуйста. Ты даже не знаешь, что такое ЧСВ, блядь, о чем речь. Знаю, прекрасно. Давай, расскажи. Если ты себя видишь нормальным, то тебя другие люди здесь на сервере видят немного по-другому. С ужасной стороны. А, это определение ЧСВ?
Понятно. Нет, это не определение ЧС. Ну так скажи определение ЧС. Нахуй мне тебе что-то говорит. Ну ты ж бегал вокруг меня, говорил про ЧС. Я вроде бани собирался, нет, за НЛР? Давай я ж... Не буду я тебе ничего объяснить. Все, тогда слился. Если тебе мозгов хватит, то... Если тебе мозгов хватит, то возьми и загугли. Ну так, блядь, загугли. Открой Яндекс, браузер там или Google, чем там пользуешься, оперы. И посмотри, что такое ЧС. Блин, опять сопливый какой-то челик попался, ужас. Конечно. Блин, ты меня попытался тупым выставить, да, когда говоришь, из тебя мозгов хватит. Ну вообще ты, блядь, и так тупо. Это и так. Понятно, 3.5 часа бана. Окей. За НЛР 3.5 часа. Нет, еще 27.5. Незадача, да? Незадача. Это... Какая художественный фильм тупой еще тупее. Ну. Я выписываю, куда ты спешишь? Я никуда не спешу. Да ну все тогда, сиди молча, жди бана. Сидишь тут, сопля развешиваешь. Да, как ты любишь. Открыть правила, посмотреть пункт. Потом долго открываешь консоль, писаешь. Ну я просто это внимательно делаю. Да, я аппендитный человек в этом плане. Ну ты невнимательный, ты просто медленный. Так, все, сопливый, у тебя выходит 210 ББ. Ебать, сопливый. То, что немного приболел, это, блядь, это не значит, что сопливый. Ну сопливый, блядь. Позывной сопля. Ебать, у тебя позывной, блядь. Да, да, да не, у тебя. Да, как будто ты ни разу не болел. Не, я-то здоровый. Ты чехоточный, ты здоровый, блядь. Чехоточный, все, чехоточный, не рассказывай. Конечно, конечно. С тобой я сейчас адекватно разговариваю, спокойно. Ты тупой! Да. У тебя нет мозгов! Да, ты тупой. Да, ты чесываешь. Ты даже не знаешь определение этой аббревиатуры, господи. Знаю я определение. Ну, расскажи. Загуглишь, я же тебе сказал. Загуглишь, посмотришь в интернете. Все, все. Не плачь, пожалуйста. Загугли, загугли. Загугли. Чем мне плакать? Потом расскажешь, какой я хуёвый ЧСВшный, да? Да ты все и так уже знаешь. А чё тогда запинаешься? В чём дело? Чё, волнуешься? Тебя трясёт? Запинаешься, чё, волнуешься сильно? В чём дело-то? Чё сдулся? Что нет? На спавне стояли, обсуждали, ну а тут ты ничего не можешь сказать. Да, тебя обсуждали, стояли. Жалкое зрелище на самом деле, пиздец. Да, я проглотил язык. Нет, я тебя смотрел, а ты такой хуёвый ЧСВ оказался, блядь, вот это да, блядь. Да, да, да. Ну подумаешь, я болею, это не значит, что я сопливый. Бля, иди умойся нахуй, удали нахуй у себя вообще комп из комнаты, блядь. Жалкий. Еще один признак твоей ЧСВшности. Да, 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 жалкий кусок дерьма. Ну ты только что себя сейчас показал со стороны, вот только же. С какой стороны? Ты меня поносишь за спиной, я тебе не могу сказать, что я тебе думаю. Ну ты только что слышал, что ты сказал. Что я именно сказал? Тебя что-то обидело из этого, да? Да нет. Нет? А что ты тогда начинаешь чуть ли не реветь? Ну ты только что слышал. Ты же обиделся, блядь. А на что непонятно с самого начала, да? Нет. Нет, я не обидел. Нет, я не обиделся. Я просто чуть-чуть раздосадован, мне да? Смешно. Мне просто смешно с тебя. А я что-то смеха не слышу нихуя, раз тебе смешно. Ну ты не слышишь. Что за дебил? И после этого мне на гамбите говорят, что ко мне нормально относятся, да? Some men just wanna watch the world.